Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и я хотела бы рассказать о своем личном опыте выращивания определенных сортов томатов, которые в этом году у меня получились лучше, чем другие сорта. Конечно, рассказывать о томатах, не имея их в наличии, достаточно проблематично, поэтому мы взяли пакетики, из которых были выращены семена, и также предлагаем вам посмотреть на фотографии, которые были выполнены в личном огороде. И я начну с самых маленьких томатов, которые называются черри шоколадный десерт. Конечно, многие из вас наверняка выращивали этот томат не единожды, и наверняка многие из вас выращивают его на постоянной основе. Помимо высокой урожайности, следует отметить, что черри шоколадный десерт, они приятные на вкус, они действительно слаще других томатов, они порционные, они могут быть самостоятельным блюдом, они хороши для консервации. Они все ровные, одинаковые, небольшого веса, порядка 20-25 граммов и одинакового размера. Чем еще привлекательны эти томаты? Тем, что они устойчивы к ряду различных бактериальных заболеваний. Они хорошо себя ведут как в открытом грунте, так и в закрытом грунте. И, естественно, как любые черри, они являются высокорослыми, нуждаются в подвязывании и формировании для того, чтобы было проветривание куста и дружное равномерное созревание плодов. Вторая малютка в плане плодов – это томат, который называется «Медовая капля». Конечно, название говорит само за себя. Как на пакете, так и в огороде эти томаты выглядели одинаково. А для них было характерно наличие такого хорошего желтого янтарного цвета. Медовая капля не растрескивается, долгое время хранится. А эти томаты, так же как и черри шоколадный десерт, можно использовать как самостоятельное блюдо, как порционные помидорки. Они очень вкусные, сладкие, и при консервировании их кожура, так же как и у черри шоколадный десерт, не растрескивается. Единственный нюанс, который был замечен при выращивании медовой капли, это то, что очень быстро наращивает вегетативную массу данный томат, требует регулярного посынкования, регулярного формирования. Поэтому, если вы являетесь огородником выходного дня, являетесь дачником, приезжаете наездами на свои любимые плантации, то тогда, возможно, медовая капля имеет место быть только в сезон отпусков, поскольку, еще раз повторюсь, он требует регулярного прикосновения и работы с ним. Третий томат, о котором сегодня я хотела вам рассказать, это нижегородский кудяблик. Тоже сорт наверняка не новый, русской селекции. Как и на пакете, так и в жизни плоды имеют яркую оранжевую окраску. В моем случае нижегородский кудяблик выращивался и в открытом грунте, и в закрытом грунте, и в том числе пару растений я выращивала на балконе в качестве эксперимента наряду с другими сортами. И это единственный томат, который, мягко сказать, не в самых лучших балконных условиях, в условиях дефицита грунта, в условиях несвоевременного кормления, поскольку все мы люди с большой степенью занятости, этот томат завязывал плоды и вызаривал плоды. И они были настолько сладкие, настолько привлекательные, что когда заканчивались томаты, привезенные с огорода, то тогда шли в ход эти небольшие томатики прямо с балкона. В морфологическом плане нижегородский кудяблик – это растения невысокие, компактные, коренастые, практически не требуют никакого вмешательства, не требуют практически никакого посынкования. Чем они крепче, чем у них шире ствол, тем больше завязывается плодов. Поэтому в противовес медовой капле нижегородский кудяблик будет идеален для тех, кто приезжает на свои теплицы, на свои грядки только по выходным дням.
Из сортов серии Дебарау известны золотой, красный, розовый, черный. Это все различные как по окраске, так и по сортовым характеристикам растения томатов. В моем случае это был Дебарау черный. Конечно же, наряду с нижегородским кудябликом Дебарау черный порадовал своей неприхотливостью. Растения были также компактные, коренастые, крупные. Я отметила, что они истощают почву, поэтому, когда в почве не хватает кальция, когда почва истощается активным питанием этих растений, то на плодах формируется вершинная гниль. Дебарау черный относится к среднеспелым сортам. Как правило, они созревают уже к середине августа, ко второй половине августа. У них достаточно длительное плодоношение. Но есть одна особенность, которая поможет ускорить созревание плодов. В частности, если мы возьмем пасынки и их укореним, первые пасынки, сформированные растениями, их укореним и высадим, то мы получим, во-первых, менее высокие кусты, и формирование первой цветочной кисти у них будет не над девятым листом, которое характерно для сорта Дебарау черный, а где-то над третьим-четвертым листом. И формирование плодов, как же их и вызревание, будет ориентировочно на 2 недели раньше. Поэтому Дебарау черный — это тот сорт, с которым можно поиграть, поработать, который можно поисследовать и у которого можно найти ряд особенностей полезных, информационных для себя. Также хочется сказать о плодах. Они достаточно плотные, но вместе с этим мягкие, сахаристые. Кожура у них, так же как и у всех вышеперечисленных сортов, не растрескивается при консервировании. Хорошо Дебарау черный хранится. Достаточно у него высокая урожайность. Поэтому, если вы ищете для себя классические сорта, которые не требуют большого вмешательства, то можете записать в список этих сортов и Дебарау черный. И последний томат, о котором я хотела бы рассказать в данном видео, это малиновый ожаровский. Я эти семена покупала в исполнении польского производителя, хотя они являются семенами русской селекции. Тем не менее, они были действительно по достоинству оценены не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Что касается конкретно этих томатов, это высокорослые томаты, которые, так же как и медовая капля, требуют регулярного внимания. Они очень быстро наращивают вегетативную массу, их необходимо регулярно пасынковать. Помимо морфологических особенностей, для них будет характерна листва, которая больше похожа на листья картофеля, нежели на листья томатов. Также малиновый ожаровский – это те томаты, которые устойчивы к перепадам температур, которые не замечают недостатка влаги, которые также хорошо переносят недостаток кальция в почве. Поэтому, если у вас есть возможность попробовать выращивать этот сорт, или вы его уже выращивали, то наверняка вы будете продолжать с ним работать дальше. Также следует отметить, что эти томаты высокоурожайны, до 6-7 килограммов с одного куста за сезон. Для них будет характерно равномерное созревание. Плоды с первых 2-3 кистей будут более крупные, дальше они будут становиться мельче, но тем не менее вкусовые качества от этого у них не теряются. Для них характерно наличие тонкой кожицы, но вместе с этим она способствует сохранению целостности плода, они не растрескиваются, хороши и для салатов, и для консервирования. Они достаточно сахаристые, достаточно
плотная по своей консистенции. Поэтому, если вы любите повозиться в огороде, поработать с растениями, то можете наряду с малиновым ажаровским, как я уже говорила, взять себе на вооружение такой сорт, как золотая капля. В целом и в общем, все перечисленные томаты, которые прозвучали в данном видео, мне понравились в ушедшем огородном сезоне. Хотелось бы эти сорта и гибриды повторить и в будущих огородных сезонах, но тем не менее будем включать различные другие сорта и гибриды, новинки, для того, чтобы затем делиться с вами опытом. Впрочем, как и вы, делитесь с нами опытом. Оставляйте в комментариях свои успехи в виде названия сортов, тех характеристик, тех особенностей, которые вы заметили при их выращивании. Надеюсь, что это видео было максимально информативно и полезно. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале Про цветок. До новых встреч!